Ну, мы продолжаем после смерти. Черт, я тут за пулеметом пытаюсь орудовать, но какой-то косой. Да слазь ты с этого пулемета. Да чтоб тебя, гребаный ты тупой пулемет. Да отцепись ты. Бонзай. Че там, кто бьет этого? Я бью. Блин, меня сейчас из пулеметов расстреляют из других. Ой, бляха-муха. Ты наверху? Да. Я иду. Держись. О, черт, меня подстрелили. Да двигайся. Я возле пулемета пытаюсь спрятаться. Лазер за... Да блин, подбили. А я только залез. Ох ты, какой ракурс. Че, у нас задание на самом деле меняется, что ли? Задание, я вспомнил, что помнишь, его же самолет раздолбал. А как его раздолбал самолет? Когда Финн уничтожил систему ПВО. Так, сейчас. Так, а как задание писать? Помогите силам ПБТ, так же и осталось. Сейчас Финн заряды установит. То есть нам смысла нет этого чудища бить? Ну, он как бы, наверное, есть, но, блин, просто что Финн установит, когда заряды, нам только надо будет эту органы его наружу вытянуть. А, да, они же у него сейчас не вытянуты. Так, зашибись, у меня патроны уже закончились. Хотя нет, в прошлый раз ты два раза вытянул, и все, вон, Я вытянул один раз, и... Так вот, я сейчас вытянул один раз его шланг. Так сейчас Финн уничтожит этот самый, как его, систему противовоздушной обороны, и... И все будет окей. Долбанный снайпер, чтоб тебе. Чтоб тебя лещи дрючил. Пришли рясь меня завалил, нехороший человек. Давай, Пирс, что ты тут стоишь? Стреляй! По Пирсу нет, там и... кто-то смачно шмаляет, а он. Капец, я прямо под этим чуваком. А ты где? Я прям под ним, тут каналья есть. Я вот, у меня осталось два патрона в слонобое, я вот думаю, использовать их или нет. Как там дело у Финна? Я ему попал в эту хрень. Как там Финн? Да не знаю, как там Финн. Он руку не хочет ставить, этот урод. И тут опять снайпер вылез. На-на. Да займись уж давно чем-нибудь. Короче, это почему-то надо держать подальше от Финна. А, нет, все, да, нормально, все. Я работать. Я тоже хотел запрыгнуть, а ты раньше меня. О, черт, чуваки, не надо, я на нем! Чуваки, не стреляйте, я на нем! Все, стреляйте! Постарайтесь найти, да мы уж давно нашли его слабые места. Крис Пирсом что-то бегают тут. О, неужели? Они уж давно не защищенные. Да уж. Ой. Ну, вроде справились. Я тут прыгаю пока туда-сюда. Туда-сюда. Сюда. Единственное, что не нравится, приходится выполнять одну работу по два раза. То есть за Криса, за Пирса и за... Чуть-чуть по-другому, но все равно. Ну, как бы это сказать, тут такая... Эй, я тебе не... Эй! Я не Эй, я Джейк. Понимаешь? Я Джейк. Ой, да ты нарываешься такой. Прям обидели вы что его. Мне вот тут момент прикалывает. Такой. Пирс такой, как я могу быть на одно лицо? Я ж такой красавчик. Заставка поменялась. Что? Ролик поменялся. Это, говорю, что. Это самое... Ну, в принципе, встречи эти не так часто происходят, чтоб уж совсем нервировать. Так что, в принципе, пережить можно. Ну, да.
отношения с компанией круто. Он тут 50 лямов. Какой Steam Powers? Там в Steam Powers Доктор Зло. 1 миллион долларов. Все такие, так же этот. Мне почему-то кажется, что ее послали куда подальше с этими лямами. Я ему передам, у них только 49 есть. Почему мне кажется, что она собрала? Ой, да его можно спокойно схватить, связать, да выкачать эту кровь, вот прям. Слышь, он сорвал нашивку. Будем играть, я проверю. Ладно. Если она будет, все, двойка разработчик. Ты там болтала. Он что, твой бойфренд, что ли? Ты про Криса. А он ничего так. Да ничего. Я же сказал, а он ничего так этот, да ничего. Так, надо нашивку сейчас проверить. Кто там устроил землетрясение? Так, нашивка, нашивка. Слушай, нашивки нет. Точно, но... Эмоции? Так, надо ее искать на полу, нашивку, нашивку ищи. Кстати, посмотрите в наемниках, он там с нашивкой или без? Он с нашивкой. Это что такое? Ёпперный театр. Как-то ты не очень удачно. Да я там стоял, а он рукой махнул. Я, короче, высунулся посмотреть, а он мне рукой шучу. Нифига себе, говорит, за 50 лямов я, говорит, могу немного поработать. Кого-то платят, да ладно. Аккуратно, он клешню супускает. Все, у меня кончились патроны совсем. Совсем или вот совсем-совсем? Ну, совсем. Он гранаты кидает? Кто? Стонак. Следи за его рукой. Короче, у меня патронов нету, поэтому ничего. О боже, пилот горит. Фёдор, я ж тебе сказал, следи за рукой. Что ну, ты... что значит следи за рукой? Он только что стену пробил. Ну ладно, то есть... Ну да, как бы... Он стену пробивает, я ой, не знаю. Ой-ой-ой, а кто управляет самолетом? Огонь? Огонь. Огонь, я беру на себя управление. Да. Так, у меня есть, у меня есть мины. У меня мины есть, я применю их прямо на самолет. Кто что делает? Кто взрывает? Этот кидает. Кто? Стомак кидает. Неужели? Что? Прыгать в другой вертолет? Вы совсем долбанулись? Чего вы ждете? Вы долбанулись на таком расстоянии прыгать в другой вертолет? Раз, два, три. Ух, ни хрена ж себе ж. Это чё, их... Ой, ёпперный театр! О, щет. Давай, включай, показывай, чем ты там занимаешься. Ну, он меня сейчас только что из крупнокалиберного пулемета расстрелял. А мне что делать? Я тут за пулемет какой-то сел, и что? Я тоже сел. У нас есть чем ему ответить. У нас есть контакт! Так, это не наши, по-моему, вертолёты. Так, ты, короче, давай в левые тогда стреляй, я в правые. Понял? Окей, у меня пулемет перегрелся. Блин, а я и не знал, что в этой игре есть перегрев пулемета. А я сам перегрелся. Лечение. Все, погнали. Кстати, да, не вижу здесь режима перегревания. Да, слышь, это надо по самому пулемету смотреть. А как это сделать? Ну он, короче, краснее становится, он цвет меняет. А по кому стреляй? По Устанаку, по пулемету, не знаю. Короче, я сейчас собью вертолет, ты стреляй пока по Устанаку, а потом я буду по вертолету. Все, нормально. Это тебе не за Криса в пятой части. Да. Ай! Фу, ты вовремя мне этот переключился на электрошокер. Самый прикол в том, что Джейк у меня так спокойненько, без напряга, перезарядил свой... Парашют! Я ж нажал кнопку! Я нажал!
А, нет, я случайно еще левую вместе с пробелом нажал. А я, видимо, поздно, эта палочка так быстро ускакала. Быстро, да. Ну, блин, на реакцию. Вот так вот на самом деле. А я уже вроде пальцы приготовил, думал, ЕР, чё жать. И да, в итоге... я, кстати, пробил ЕР, приготовил уже нажимать. У меня еще такой западло вместо пистолета электрошокер включился. А у меня руки. Еще пистолет был не заряжен. Готовься. А ты раньше меня, надо же, нажал. Я уже сразу пробил, зажал. Прикинь, если бы шире опустил. Джек еще успел себе нацепить его. Уааа, парашют порвался, зашибись. Красота. Зашивай на ходу. Блин, знаешь, о, финал. Всё, смотри. Слышь, говорю, финал искупил все свои грехи. Не, серьезно, поначалу мне компания сухая показалась, но потом... Смотри, на полчаса быстрее прошли, чем за Криса у нас получилось. Да-да-да. И с точностью у нас явно проблемы. Смотри, мы с тобой поровну померли по три раза, аккуратненько. Ну да. Ой, я на целого одного убил больше. Черт. Скажи, я это не прощу, буду тренироваться теперь днем и ночью. Да. Но зато у меня целых 4% точность хуже. Мы с тобой косили, конечно, знатно. Да, косые. Ну ладно. Голова такая, не такая большая, как за Леона и за Криса, но довольно-таки интересно, быстро. И динамично. Ну что? Ну, поначалу развивалось медленно. Ну да, ладно, прощаемся, увидимся на второй главе. Всем пока. Goodbye.